какой скоро праздник у нас будет? 20 лет День защитников Отечества. Не на стуле. Отечество. А скажите, пожалуйста, кто у нас защитники? Папа! А если папы в армии не были, разве они защитники? Нет. Ну как же нет, они же нас защищают. Да. А мы с вами кто? Мы с вами Родина, мы с вами Отечество. А наши защитники — это наши мужчины, наши папы, наши дедушки и наши братья. Они нас защищают, они наши защитники. И сестренки защищают. И сестренки защищают. Поэтому, когда... Я защищаю сестренку свою, потому что у меня есть военное платье, мне Деда Мороз. Военных дома всегда ждут девушки, или жены, или мамы, или сестры. У меня есть военное платье. А у вас же девушка у моего папы есть военная форма. Всех защитников. У меня есть военная форма. А я как Катюша. Всех военных ждут дома. Я Катя. А самое распространенное женское имя — это? Катюша. Катюша. Мы хотим поэтому спеть нашим защитникам песню про Катюшу. Я пойдемте Катя. Сюда. Вставайте вокруг Катя. Меня. Я поем. Раз, два, три. Защитников.